Небывалый всплеск успеваемости по основным предметам фиксируют педагоги филиала 40-й школы, который расположен в поселке Приуральский. Данные прошлого учебного года. Сам прорыв учителя напрямую связывают с открытием в школе спортивной секции карате Киокушинкай, первой на территории микрорайона за многие годы. Напомним, год назад этот мужественный и благородный вид единоборств поселился в Молживе благодаря инициативе заместителя генерального директора ПАО ММК Сергея Ушакова. Игорь Гурьянов продолжит. На первых минутах торжественной линейки все происходит по годами отработанному сценарию. Такие или примерно такие мизансцены утром 1 сентября случаются по всей стране и во всех школах. Традиционные слова поздравлений в почти домашней атмосфере и звучат по-особенному. Поздравления, которые специально для вас передал заместитель генерального директора ММК Ушаков Сергей Николаевич. Дорогие первоклассники, поздравляю вас с Днем Знаний, первым днем школьной жизни. Сегодня вы познакомитесь с первой учительницей, с новыми друзьями. Желаю вам новых впечатлений, удивительных открытий, пусть уроки будут интересными. Стремитесь к знаниям и верьте в себя. Причем здесь фонд развития и поддержки карате станет ясно буквально через мгновение. Именно этот фонд взялся за реализацию инициативы Сергея Ушакова по открытию в филиале 40-й школы секции Киокушинкай. Остальное, как говорится, дело тренера. Станут взрослее, воспитанники поймут, как им с тренером повезло. Именитый боец, чемпион всего, что можно, Иван Алянчиков глубоко убежден. Его задача – воспитать человека. А будет ли он чемпионом – вопрос не главный. Кстати, нынешнее 1 сентября – своеобразный зачет для воспитанников. Первый год сложнейших тренировок и пути познания уже преодолен. Спасибо огромное нашему заместителю генерального директора ПАО ММК Сергею Николаевичу Ушакову за такую огромную поддержку, за вклад и развитие именно вот детского спорта. В первую очередь мы должны стать чемпионами человеков. Я хочу воспитать прежде в них настоящие качества, уважение к старшим, терпеливость, выносливость, чтобы у них была, чтобы у них было стремление к познанию, что-то нового, большего, и также и в учебе, в школе. Вот. А потом уже, и если будет это, будут и олимпийские обязательно медали. У директора 40-й свои мотивы радоваться такому соседству. Ирина Николаевна замечает, с открытием спортивной секции вверх пошла успеваемость по основным предметам. Парадоксально только для очень далеких от педагогики людей. Все учителя отметили в отделении, что качество повысилось, образование. Но в первую очередь связано с тем, что спорт все-таки он дисциплинирует ребят, организует их деятельность так, чтобы они могли качественно добиваться успехов как в образовании, так и в спорте. Поэтому большое спасибо Сергею Николаевичу за то, что он организовал данную секцию. И еще одна ремарка. С открытием секции в самом поселке стало гораздо спокойнее. У воспитанников попросту нет ни времени, ни желания пакостить. И немного бдительности напоследок. Занятия в секции будут проходить с соблюдением всех необходимых санитарных требований. Игорь Гурьянов, Денис Иванов, телекомпания ТВН.